Всем доброго времени суток. Меня зовут Лозинский Станислав. У меня было три преподавателя. Это Мельник Виктор, это София Феджора и Качан Саша. Я хочу поблагодарить весь вообще коллектив, не учитывая, кто преподавал, кто нет. Они сделали атмосферу в этом заведении настолько прекрасной, что мне хотелось сюда ехать изо дня в день. В принципе, я ездил сюда изо дня в день, 5 дней в неделю. Как на завод, конечно, но неважно. Теперь об атмосфере в этом заведении. Она просто восхитительна, здесь даже слов нету. Все учителя, ты относишься к ним как к друзьям. Это очень сложно, потому что до этого я месяц ездил на другие курсы, и это было ужасно. Ты приезжаешь, там такие учителя где-то около 50, где-то так вот ходят. И такая атмосфера школы. То есть, что я со школы приезжал туда, вообще ничего не менялось. И ты вот сидишь, полтора часа учишься, просто ровненько, как в советской школе, вот так. А здесь ты приезжаешь, здесь учителя все тебе улыбаются, все тебе рады. Я познакомился здесь с огромным количеством прекрасных людей, за что я очень благодарен этой компании. Вот. Учителя здесь реально квалифицированные, очень превосходно знают свой материал. И это действительно, как бы это ужасно не звучало, но это редкость, чтобы учитель мог донести правильно и найти подход к каждому ученику. У каждого учителя это получилось превосходный результат. Насколько я знаю, у детей прогресс такой очень солидный. И здесь даже нечего комментировать по поводу результатов. Эта компания знает, что она делает, учителя знают свое дело, и это просто прекрасно. По поводу вообще внешнего вида и всего, это же идеально. Просто и проекторы тебе, и всякие Kahoot, Quizlet, всякие приложения, это все разбавляет вот это вот книжное учение, и это тоже очень здорово. Я очень благодарен всем, кто создал эту компанию вообще, кто набирал учителей. Это огромное спасибо этому человеку, всем учителям, которые вообще решили сюда прийти. Я очень благодарен. Вы просто волшебные люди, которые привили любовь к своим предметам. Это тоже очень сложно, но вы с этим справились. Поэтому я передаю привет всем учителям. Я очень за вами скучаю. Всем своим друзьям, знакомым. Помните мои песенки на кухне, которые я пел? Вот. Это прекрасные воспоминания, прекрасные эмоции. Спасибо всем. Я очень за вами всеми скучаю.